Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы начинаем играть Человек-паук 2. До прошлого года моя жизнь была нормальной. Я жил в самом лучшем месте. И это Бруклин с крутыми предками. Я любил науку и супергероев. Но все изменилось, когда отец погиб во время взрыва у ратуши. Я поверить не мог, что его нет. Но Питер Паркер и его тетя Мэй помогли мне. Человек-паук тоже. А потом я узнал, что это Пит. С ума сойти. Во время кризиса дыхания дьявола все накалилось. Все враги паучка оказались на свободе. И я сумел немного помочь ему. Ну а потом, бывает же так, и меня укусил паук. И я стал другим. Я не хотел волновать маму и пошел к Питу. Теперь мы официально братья-пауки. Он меня натренировал, и у меня на самом деле неплохо получаются полеты на паутине. Я учусь совмещать свои паучьи обязанности и обычную жизнь. Школу, друзей, новый дом. Недавно мы переехали в Гарлем. Но знаете, мне не терпится узнать, что впереди. Так, и вот я здесь. Так, ну-ка, так, безобидный. Это что? Так, подождите, дружелюбный, так, это что? Этот режим подходит для тех, кто хочет, чтобы бои были совсем простыми. Чересчур сложные бои. Только соблазнированные впечатления от игры. Ну, это уж... Вот, безобидный будем играть. Так, потрясающий этот режим подходит для тех, кому нравится драться. Враги в нем становятся сильнее и агрессивнее. Так, урон, агрессивность. А нет, смотрите-ка, вот оно. Изумительный все-таки. Так. Так, язык теста, так, английская озвучка отключена. Вот звук. Так, общая громкость, громкость речи. Вот так вот. И громкость эффектов. Сбавим. Так. Данил. Так, канал Даники, канал, хрен, английская озвучка. Я не знаю, что такое канал эти. Ну-ка, так, автоматическое воспроизведение выпусков канала. Так, канал, ну ладно, посмотрим, что такое. Начать, да? Так, подождите. Так, начинаем. Надеюсь, у меня ничего не украдут. Не слышу. Станция 125-я улица. Метро. Опасное место бывает. На Гарлинской ветке проводятся срочные технические работы. Так, что у нас? Я задержалась в штаб-квартире. Купишь продукты на ужин? Я скину список. Хорошо, мам. Сегодня это последний поезд. Так, спасибо, Майлз. Вот я вышел в город. Господи, господи. Ну так-то красиво, красочно, да? Только машина в автобус ушла, видели? Вот тебе и глюк. Моралес. Давай, 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 помогай. Вот так. Не за что. А может, он воровал? А ты бы помог ему? Это круто. Да, красиво оформили. Я помогу. Спасибо. Не за что. Слушай, а портрет нового паука тоже будет тут? Мелкого? Ага, возможно. Просто первый мой герой, понимаешь? Понимаю. Эй,
А магазин Тел где-то здесь? Ага, желтая вывеска через квартал. Не пропустишь. Блин, еще знаю, что. Прекрасная работа, кстати. Может, оставите место для новичка? На всякий случай. Ой, ой, самомнение-то. Большое, прям как. Ну, прям как и у меня, да? Ну давай, что тут? Так, конвой уходит рано. Надо поспешить. А я вот только дошел. Блин, вот обломщики. Так, зимой бегать, да? Блин, это так же холодно. Половину такую. Ой. Это я где? Конвой уходит. Ого! Помчали! Блин. Привет, Пит! Лечу к тебе! Я что, пропустил конвой? Рано. Там еще парочку беглых ловят. Блин. Я очень рад видеть, как прошлогодних беглецов возвращают на плот. Хорошо. Плот, конечно, жуткий, блин, зато надежный. Ну, а зачем я цепанулся, я не знаю. Хорошенько заделаны. Будем надеяться. Ладно, еще немного. Вот так, вот так, вот так, вот так. Нет, это. Скажу маме, что буду поздно. Майлз, как дела? Получил список покупок? Да, мам. Ага. В магазине, блин, не было кокосового молока. Ну-ка, вот так я могу телепортироваться сюда? А, мне открывать надо. Все, понял. Придется дойти до дальнего. О, спасибо, дорогой. Но не езди в Мидтаун. Там из-за этого конвоя просто ужасные пробки. Ага, хорошо. Да, блин, увидимся, давай. Увидимся за ужином. Черт, как Фит справляется со всеми этими тайнами? Я уже весь на нервах. Беги, беги. Блин. Вау! Я думал, сейчас соберу. Ну давай. Да, вот здесь вот она немножко, конечно, не предусмотрена. Блин, а что так высоко-то? Вот так. Давай, 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 осталось чуть-чуть. Так, спокойно, дыши. Блин, пауку защитить тюремный конвой. Легче легкого. Вдох. Конечно, вон самолет летят. Спокойно. Блин. Эй, Человек-паук. Вот и я. Пит, ты здесь? Просто заливаюсь топливом. Нормально. А как ты пьешь? Осторожно. Ну, вперед. Давай. Геликс-2, везем тяжелый груз. Понял, Геликс-2, мы вас видим. Это важное дело. Наверное. В том году с плота сбежали сотни людей. Теперь пора вернуть их обратно. Полиция не хочет рисковать. Особенно с нашим дорогим гостем. У нас тут серьезные проблемы. Там тот, кто помогал Октавиусу? Наверное. Что за проблема? Может, стервятник, может, скорпион. А может, кто покрупнее. Так, у нас проблема. Так, надо вязать. Погоди, Майлз, дай мне. Не волнуйся, Пит, я смогу. Майлз, нет! Смогу. Все нормально. Ага. Если бы. Майлз! У нас дисбаланс веса. Перейди на 2-3-6. Почти. Приготовьтесь. Помог. Вот такой я косипор. Геликс 2, теряем высоту. Геликс 2 падает. Блин, не дать. Держитесь, держитесь. Кто через город провозит вообще что-то? Там вот сейчас люди все померли, кого-то машина придавила. Я должен был помереть. Жертв нет. Как нет? Отправляю обергруппу. Геликс 2, ждите. Пит, друг, прости, я не хотел. Все нормально, мы справимся. Надо только собрать все до... Так. Это носорог, наверное. До этого. Да? Нет? Кто это? Привет, паучатки. А, да. Ну, давай. Ну,
Ой-ой-ой-ой. Он так убежит с ним. Что за хрень? Майлз, с носорогом все. Тебе надо поймать заключенных. Так, точно. Я займусь. Так, чтобы нанести паутину удара, нажмите, понятно. Подожди. Пит больше никогда не возьмет меня на такое дело. Здорово сработал с вертолетом, парниша. Как подожди. Настоящий герой. Ребят, может, просто да посидим и все спокойно обсудим? Пожалуйста. На. Да. Ну ладно. Блин. Ну что, как успехи? Так, спокойно. Почти готово. Ой-ой-ой, блин, их еще. Совсем готово. Понабежала. Давай. Чтобы залепить врагов паутиной. Я тебя попала. Ага. Я не могу подвести Пита. Надо взять все под контроль. На. Подожди. Ну и бросок. Ты питчер? Блин. Без шуток. Просто высший класс. Бейсбол по тебе давно плачет. Ого! На! А он хорош! Подождите! На улицах, Человек-паук! Если честно, страшновато! Так! Рождество в Нью-Йорке! Обожаю! Спокойно! Ни разу не видел здоровяка так близко! Так, а у меня блок-то есть? Он настоящий шедевр! Я бы его так не назвал! На! Давай, вот так, вот тут! Подожди. Вау! Просто вау! Дерись честно! Подожди. Все честно. Всем люлей надавал. Ключи у меня вперед! Скорей, валим отсюда! Майлз, мне не помешает помощь. Ты не занят? Тебе бы умерить слегка свой праздничный настрой, Алексей. Так, Алексей. Спасай парнишку. Че, ему руки вязать? То есть ноги? Гребаный носорог, сейчас мы тебя. Держись, Пит, я иду. Может, перекусим? Может, перекусим? Ты не видишь, что ли, что кусать тебе не надо? Ой, простите, с Рождеством! Блин. Пит, по шкале от 1 до 10. Давай. Как там дела? 10 за зрелищность, 1 за минимизацию ущерба. Заголовки завтра в Бьюгл будут просто бомба. Нам крупно повезет, блин, если проблема будет только в заголовках. Ой-ой-ой-ой. А как мне до него добраться-то? О, черт, блин, черт, вечеринка! Пит, парк, как парк. Мне не нравится все это. Зря ты так думаешь. Вдвоем мы, блин, точно сможем его остановить. Кстати, об этом. Ой-ой-ой. Не хочешь мне помочь? Да. Так. Да. Сейчас. Ладно, блин. Ой-ой-ой-ой, где я? Где я? Я справлюсь. Не вижу. Нет, только не торговый центр. Ой-ой-ой. Держись крепче, паучок. Человек-паук. Мне нужна помощь. Ох ты! Уже лечу! Есть! Все так хорошо! И у вас спокойно, тоже. Спокойно! А у тебя есть какие-нибудь мирные копии? Ой-ой-ой! Нахлыстом! На Волге! Это даже мило! Так, торжество на чистой смертью увлекает меня! Нет, уходите! Держу! Ой-ой-ой! А я не успел! А я не успел! Да стой ты! Ты же в курсе, что портишь людям Рождество? Блин. Последние 6 лет я встречал Рождество за толстой решеткой! Поднял, молодец, спасибо! Оторваться. Он угроза? Нет, мягко. Кто? Что за ТВ? Бездумная угроза! Не звучит. Может, он безмозглый? О, Джона, красный вид! Очень яркий! Угроза!
подлая, коварная! Блин, что-то все ты, уродец! Угроза! Вот здесь! Нихо, ты где? Уже поздно. Привет, мам! Блин. Кокосовое молоко, никак не могу найти. Это то еще приключение. Я что-то не понял, что ты? Ты что, бежишь? А, да, прости. Блин. На поезд. Слушай, сынок. Ты что, где-то... Ты где-то заклинил, что ли? Не знаю, запало у тебя. Так. Так, ладно. Подождите. Так, ладно. Нихо, ты где? Ой-ой-ой. Уже поздно. Привет, мам. Сейчас мы его. Свое молоко никак не могу найти. Вот что ты опять? Это то еще приключение. Ты что, бежишь? А, да, прости, бегу на по... Блин, может я не потуда бегу? Блин, ладно. С раскачкой. Ударом с раскачкой можно. Нихо, ты где? Уже поздно. Давай, давай. Привет, мам. Кокосовое молоко никак не могу найти. Это то еще приключение. Ты что, бежишь? Ага, через дом. Да, прости, бегу на поезд. Слушай, сынок, не надо мне. Бери молоко и скорей домой. Да, мам. Люблю тебя. И я тебя люблю. Блин. Давай, Майлз! Сейчас или никогда! Уже иду! Блин! Да как так-то? А, надо было просто продержаться. Положить его! Срочно! Да! Да, что нам делать? Поднимем температуру! Ой-ой-ой-ой-ой! Ты сам-то вообще... Нет, очень плохо! Не взорвешься? Запчасти-то твои. Внутри же ты человек. Пит, ты там как? Так, носорог убил. О, нет. О, нет, нет, нет. Порядок. Я его достал. Он идет к тебе. Будь готов. Давай. Хорошо. Да. Я только дух переведу. Ой-ой-ой. На. На заметку полиции. Может, не стоит тащить гранатометы к тюремному конвою? Может быть, вообще никуда не стоит их тащить? Нет, все, не все. Проваливай, на. Это человек-паук. Ты все усложняешь. Чувак, подожди. Я пытаюсь вам помочь. Если ты не дурак, беги. На. Я обратно не хочу. На. Без спасения. Да подождите вы. Не так уж он и... Блин. Игра клавиш. Будет больно. Наверху еще есть. Ладно. Подождите вы. Так. Выполнив серию с 15 ударов, вы можете применить добивание, совершить серию с 15 атак или уклонений, не пропустив ни одного удара. Опа! Пит, тут становится жарко! Перестрелка полиции и беглецов! Ну-ка! Помоги полиции! Я тут пока справляюсь! Тихо, подожди! На меня. Надо помешать этим парням! Спокойно! Я не остановлюсь, пока ты не зло! Подожди! И... Они заняли весь мост! Воу-воу-воу, беги-беги! Просто не
Назад. Так, нажмите, чё? F. Пит не подведет. Он всегда побеждает. Подожди, у меня что-то есть. И на. На. Есть. Надо паутину усилить будет. Мне нужно... Пит! Так. Пит! Держись! Куда? Я иду! Опыт. Я нужен Питу. Надо идти. А где он? Эй, Питер! Ты как? Эй, Питер, ты как? Чё ты? Побили тебя! Пит! Очнись! Очнись, давай же! Сейчас он раздавится! Ой-ой-ой-ой! Этот паук сломался. Я хочу заменить его на нового. А, этот подойдет. Это что такое? Майлз, уходи отсюда! Да подожди. Бро. Пошел ты! Чёрту! Бум, кого-то в чё, друзья, вот этого почему не использовал это? Почему у меня такого удара не было раньше? Что это было? На! Так, ваши биоудары вызывают у врагов биошок. Под его действием они получают дополнительный урон от обычных атак. При нанесении биоударов расходуется биосила. А вот она с другой стороны, да, где-то? Где биосила? Накапливайте биосилу, атакуя врагов, уклоняясь от ударов. Как это получается? А, вот она. Индукционное поле? Ты живой, а твой наставник гибнет. Как неожиданно. А ты говоришь слова длиннее двух слогов? Реально, неожиданно. На. Бум. Я больше не дам тебе никого покалечить. Ну так попробуй меня остановить, малый. Блин, он чем-то в меня скинул там. Ладно, надо просто научиться. Так, прием боя в воздухе. Итак. На! Давай. Как это получается? Блин. Из-за электроцитов? Индукционное поле? А? Ты живой, а твой наставник гибнет. Как неожиданно. На! А ты говоришь слова длиннее двух слогов? Реально неожиданно. Да, подожди. На! На! Вот сейчас мы тебя еще нахреначим. Как тебе такое? Я больше не дам никого покалечить. Ну так попробуй меня остановить, малыш. Ой-ой-ой. Подожди. О! На! Не трогай моих друзей! Получается! Я тебя устрою! Ой-ой-ой! Блин, надо было туда на электрическое, на электричество пойти толкать. Ой-ой-ой! Слезь с меня! А ты достойный соперник! Малыш. Нечего ко мне подлизываться, Алексей! Давай! Давай! Эй, получай! Отсидел свою, мужик, и не сбегай больше! Пожалуйста! Ты меня не остановишь! Блин!
ты пол города разрушил! Совсем не стыдно! Блин. Ой-ой-ой. На! Пострадало много людей! Слишком много! Блин. Сколько можно удолбить-то? Слушай, чувак, гоняться за тобой по всему городу, это как искать? Блин, я почти... Я почти... Страница 64. Так. На. Слезь с меня! А ты достойный соперник! На! Нечего ко мне подлизываться, Алексей! Бум! Ты меня не остановишь! Ты пол города разрушил! Совсем не стыдно! Ой-ой-ой! На! Блин, как флэш какой-то. Хреначу. Так. Слушай, чувак, гоняться за тобой по всему городу, это как искать, как там было, как искать ветра в поле? Ветра в поле? Нет. Блин. Ненавижу. На. Поле. Получай. Как тебе такое? Неужели на плоту так плохо? Ты точно не хочешь, ну, вернуться туда? Я натура свободная. Я не буду сидеть в клетке. На. Сегодня пострадало много людей. Слишком много. Вот так вот. Подожди. Добивающий удар. Обратно на улицу тебя выкинули. Ну что, я красавчик, что? Вот у меня есть способности. Новые. Ты живой? Вроде. Что там? Ну вот сейчас уборка будет. Парни, класс, просто здорово. Ты кто? Саймон Крик, шеф по науке Roxxon Energy. Рад знакомству. И я. А, простите, кажется, наш мяч угодил на ваш двор. Не, вообще-то вы помогли. Мы только купили участок, хотели расчистить слегка. Но вы нас опередили. Я благодарен. Вам обоим. Разобрался с носорогом. Один. Не верю я. Не верю. Спасибо. Но он еще опасен. Нет, мы сдадим его полиции. Я считаю, что городу спецвойска ни к чему пока. Не случится что-то такое. О, долг зовет. Был рад с вами познакомиться. А чего вы его с костюма-то не достанете? Лучше впереди. Алло? Достаньте из костюма его. Ну, пойдем. Не будем мешать полиции. О, просто... Да. Спасибо. Да, ладно. Огромное. Вот ушли. По крышам герой наш летит. В капюшоне. А, в капюшоне. А, ну, в капюшоне. Если честно, немного завидно. Эй, послушай, я ничего про это не выяснил. Может, провести завтра тесты? Замерить напряжение? А... Черт, прости, Майлз. Я все собирался тебе сказать. Мне придется отъехать на несколько недель. Это что, шутка такая? Нет. Бьюгл отправляет МДЖ за океан, а я с ней как фотограф. Совместный отпуск-командировка. Вот блин. Слушай, не знаю, готов ли я работать один. Я так облажался в прошлый раз с вертолетом. Зато потом исправился. Ты спас мою задницу, Майлз. Мне повезло. Слушай,
Я занимаюсь этим делом уже 8 лет без всякой подстраховки. Представь, сколько раз я косячил. Все набивают шишки. Что это? Подарок на Рождество. Но сперва ты должен принести клятву. О, ну, ладно. Обещаю делать все, что в моих силах, чтобы защитить этот город. Обещаю. Вот так. Это настоящая клятва? Конечно. Конечно. Я же не только что ее придумал. Увидимся через пару недель, паук. Единственный паук в Нью-Йорке. Единственный. Я единственный паук в Нью-Йорке. Да, от пуховика-то у тебя ни хрена не осталось. Кто тебе покупать-то будет? Где деньги? Я единственный паук в Нью-Йорке. Только бы не облажаться. Все, сварил. Так. Опа. Так, текущий уровень 2. Очков навыков всего 4. Увеличение здоровья 5. Урона в рукопашном плюс 20%. Так. Ну давайте посмотрим, ни хрена себе. Носорог? Нифига! Так. Ты где сейчас? Смог попасть к нам? Надо лететь. Твоя мама упустила. Уже распаковался, но разбросал вещи по полу. Опа. Пошел в парк подышать. Отлично! Иди к амфитеатру. Кое-что покажу тебе. Чел, это что-то получше? Осколок рога носорога или типа того? Я видел фотки вашей драки. Просто чума! Это точно что-то паучье. Подожди. И намного лучше, чем рог. Ой, обожаю сюрпризы. Уже бегу. Опа. Что-то заработал. Какой-то бегун по стене. Так, видимо, надо... Вы можете так, трюки. А, вот оно. Опа. Свободное падение. Ну вот, прибыл на место дислокации. Посмотрим сейчас. Оп. Посылочка. Никогда к этому не привыкну. Эй, чувак, зацени. Подарок от Человека-паука. Открывай. И что это? Надевай, или я прикрою. Что, не видели, как парень переодевается в Центральном парке? Как я выгляжу? Ого-го. Ну, первоначальный костюм. Майлз Моралес, добро пожаловать. Представляю твой первый суперкостюм. Давай. Продолжить. Отправляйся в город, чтобы получить вторую часть подарка. Так, модификация визора. Модификация костюма. А, блин, точно, тут же прокачивать его надо. Это как только по-другому. Половина подарка. А где другая? Расскажу, когда найду. Так, и что я умею? Это правда он? Опа. Блин, это далековато. Это только факты с Джеем Джоной Джеймсоном. Вашим верным... Ну, вот здесь она не продумана. Там, она хоть, там он хоть не цеплялся за воздух. Пит поставил на автовключение шоу Джеймсона? Да он мазохист. Плохие новости, друзья. Опа. Мой рождественский благотворительный спектакль был отменен из-за беспредела злодея в маске. Опа. Должно же быть что-то получше. О, на это были хорошие так. Отзывы. Привет, это Даника Харт и Даникаст, где мы говорим о людях, которые помогают меняться нашему городу. Сегодня поговорим о биржевых маклерах, о людях, придумавших автовоспроизведение роликов в интернете. Нет, конечно, мы поговорим о том, как два Человека-паука справились с носорогом. Ой-ой-ой. Подписаться. Даникаст мой новый фаворит. Так. Давай. Ух. А, вот.
Это здесь. Сколько у Питера оборудования? Давай посмотрим, что за подарок второй. Майлз, приготовься к своей первой голографической тренировке. Они будут встречаться тебе по всему городу. И каждая научит тебя новому приему. Сейчас ты научишься акробатической импровизации. Давай, становись на старт. Голо-тренировки? Очень интересно. Начнем с боя в воздухе. Сражение с противником на своих условиях поможет тебе обрести преимущество. Так. Теперь выполни воздушную атаку. Ага. Теперь мой фаворит. Удар с раскачкой. Так, хорошо. Куда мне? Это голотехника, супер! С нужными деталями я сделал бы ее портативной. Сценарий ближнего боя. Активен. Ой. Знаешь, наверное, твое. На. Активирую боевую подпрограмму. Ой, вообще не то. Так. Нет. Еще одно получил умение разоружение. Ой, это как? Так, удерживайте. Противники без оружия не так опасны. И мне очень нравится вырубать их их же пушками. Двух зайцев одним выстрелом. И... Да, это супер! Да вроде нормально. Теперь совместим эти два приема. Так. Ага, вот так. С помощью паутины ты справишься с целой толпой. Они еще такие смешные звуки издают. Класс. Начинаю атаку ближнего боя. На. Это твое? На. А, тут все еще появляется, да? Так, чтобы подбросить воздух. Выполняю под программу ближний бой. На. Сюрприз. Соображай быстрее. Бум. А, получается. Соображай быстрее, ничего себе. На. Это мы умеем. Новые враги, берегись. Теперь свободная тактика. Используй бой в воздухе и разоружение, чтобы победить врагов. На. Ой. Молодец. Тактический анализатор. Так. Ага, Майлз, хорошо. Давай, покажи. Надери. Бунк. Подожди, вот это что такое? На. Подожди ты. И это Билинго. Блин, не нашел. Синий экран смерти. Сколько техники можно загнать? О, дерьмо. Человек, повалите его и хватайте вещи. Что, давно не получали пороже? Да? Ну давайте! Вау! Вырубайте паука, потом хватайте технику! На! Столько отвалят! Между прочим, это официальная техника Человека-паука, а вы не его представители! Сейчас, минутку. Получи! Почему они прозрачные? Приветствую на продвинутых тренировках для Катрауна. Получай. Уместно это физическому телесному саркасту. Ой-ой-ой. Вместо «Эй, урод!» скажи «О, классная маска!» О, нет, это же что, твое лицо? На. Это не шутка. Я просто в бешенстве. На. Куда ты? Вот тебе сюрприз! Получай. Системная ошибка. Так, с воришками разобрались. Ой-ой. Теперь надо починить оборудование.
Давай. Критический сбой. Цепь АФ-15. Ошибка ядра. Перезагрузим BIOS. Да! Получилось. Пит придумал испытание на скрытность, раскачку и еще боевые. Надо попробовать, как будет время. В Роксом Плазу по пути домой. Давай. Я проходил мимо, когда туда кто-то вломился. Ладно, я разберусь. Эй, я хочу послушать про твои новые паучьи силы. Подождите. Мне кажется, это биоэлектрический удар. Или суперсильное статическое электричество. Ого, так. Надо придумать название. Может, биосила? По-моему, звучит круто. Нормально звучит. Ладно, это хорошо. Надо бежать. Сначала сейчас я хочу посмотреть, что поверь, вот это. Биосила — роскошное название. Так, давай. Так, включаем. Привет, Майлз. Это проверка умения делать прыжок из точки. Пройди все контрольные точки в срок. Лети к точке старта. Ты справишься? Ну, давай, так, я куда? Я готов. Попляшем. Потренируешься в прыжках из точки? Так, блин. Вот теперь я разогрелся. Так. Так держать, получается. О! Да, уйди. Ты в каком баре? Сколько? Удивительно, Майлз. Как ты это делаешь? Нифига. Да, погоди, я же не услышу ответ. Надо если еще разок. Если оттолкнуться от точки, ускоришься очень сильно. Удобно, когда гоняешься за особенно быстрыми голубями. Ну, так мне один мой друг рассказывал. Ага, помню я, как я гонялся за голубями. Так, еще разок попробуем сейчас. Что я понял про перемещение по городу? Все дело в личном стиле. Я двигаюсь по-своему, черная кошка по-своему и Лего по-своему. Найди свой стиль, следуй ему, и сам не заметишь, как у тебя появятся свои приемы. Не повторяй за мной. Ищи себя. Да, Пит хороший учитель. Очень хороший. Так. Пока вроде поспеваю. Получается. Давай. Ты говоришь, Майлз, я отвечаю удивительно. Майлз удивительно. Майлз удивительно. А я сколько? 45 секунд. Сколько я? Продолжит 46 секунд. Ну и ладно. У меня где-то тут еще были. Так. Ладно, идем сюда. Итак, вот мы прибыли, костюмчик себе поменял. Я думаю, перелет эти не стоит вам смотреть. Это долго и скучно. Там нифига по 2 километра перелетать с лишним. Я Саймон Крик. А то, что рядом с вами, ну, формовый реактор. После запуска он будет обеспечивать энергией абсолютно весь город. Вы наверняка думаете, Саймон, как это возможно? И мой ответ? Ну, форм. Что это такое? Всего одной канистры этого инновационного топлива хватит, чтобы поставлять Гарлем чистую и безопасную энергию следующие 500 лет. Скоро наши реакторы появятся на Манхэттене, а потом во всем мире.
А потом это все взорвется, всю да? планету обеспечит энергией наш Нуформ. Роксон, мы всегда рядом. Короче, как Тесла хочет замутить. Что это? Ну что ж. Думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.